Что ж, давайте перейдем к следующей теме нашего обсуждения. И далее мы с вами разберем атрибуты Бога. Мы с вами уже разобрали тему существования и бытия Бога, но как мы с вами можем описать Бога, кроме того, что мы уже сказали? И это все приводит нас к божественным атрибутам. Что ж, несколько вводных замечаний. И первое, о чем мы поговорим, это о разнице между так называемыми необходимыми и случайными предикатами. Необходимые предикаты или необходимые атрибуты — это те атрибуты, которые относятся к самой сущности. Если лишить этих атрибутов, то вы уничтожите саму суть существа. С другой стороны, случайные предикаты — это такие характеристики, которые свойственны чему-то, но они могут меняться, их можно потерять, потом вновь обрести, потом опять потерять. И все это может происходить со случайными предикатами, и при этом не меняется суть сущности того, чьими предикатами они являются. И вот представьте, что мы с вами разбираем треугольник. И одной из характеристик треугольника является то, что у него есть три угла. Поэтому можем сказать, что атрибут треугольника — это треугольность. Но мы можем сказать даже нечто большее. Треугольность — это необходимый атрибут треугольника. Это основа самой сути, самой природы. Если лишить какого-то угла, то у вас останется что-то, но это уже не будет треугольником. Вот это поможет нам понять суть необходимых предикат. Но, с другой стороны, если какой-то предикат случайен, и он не является частью самой сути предмета, то тогда такое свойство может быть приобретаемо, может быть утеряно. Вот позвольте мне привести вам еще один пример. Пример того, что можно назвать случайным предикатом. Вот, скажем, случайным предикатом человека можно назвать наличие волос на его голове. Или, скажем, можно говорить о цвете волос на его голове. Со временем, по мере того, как человек взрослеет и стареет, то какие-то волосы или все волосы на его голове могут поменяться в цвете. Но на самом деле, вне зависимости, происходит все это или нет с его волосами, все это не меняет самой сути человека, его природы. Хотя он может чувствовать себя чего-то лишенным. Он может сожалеть по своим волосам. Но человеческая сущность все еще есть. Человек остался человеком. Поэтому цвет волос, если говорить о волосах на голове, это случайный предикат. И, конечно, то, о чем ведется спор, это то, каковы же на самом деле необходимые предикаты человека. Кто-то скажет, ну, это способность к рассуждению, или, быть может, наличие человеческого тела. Но тогда встает вопрос, если кому-то ампутируют ногу, неужели он перестанет быть человеком? И я не думаю, что кто-то из нас может зайти так далеко и такое утверждать. Но, что ж, есть еще один вопрос. Если вы верите, как и все христиане, что нематериальная часть человека существует,
после физической смерти, и мы знаем, что происходит с физическим телом, оно опускается в могилу, и, следовательно, нематериальная часть, душа, как бы вы это ни назвали, отделяется от физического тела. И вот вопрос, для того, чтобы оставаться человеком, необходимо ли, чтобы всегда у вас одновременно было и физическое тело, и нематериальная душа? Если вы скажете «да», то тогда после физической смерти вы должны сказать, что человек перестает существовать. И это не то, чего придерживается христианство. С другой стороны, если необходимостью считается наличие умения рассуждать, мыслить, то означает ли это, что младенцы, или, скажем, эмбрион после своего зачатия, не только во время 9 месяцев беременности, но и в течение нескольких лет после этого не является человеком, так как трудно найти младенца, способного рассуждать? Означает ли это, что они уже не люди? Я думаю, никто из нас не согласится с этим. И вот вы начинаете видеть, насколько тяжело, даже используя пример человеческой природы, определиться с тем, что является необходимым предикатом, а что случайным. Что ж, мы с вами показали, в чем разница между необходимым предикатом и случайным предикатом. Но почему мы вообще об этом с вами говорим, вот на этом этапе нашего рассуждения? И причина вот в чем. Писание изображает нам, и во всяком случае об этом говорят богословы на протяжении веков, что все те атрибуты, о которых мы с вами будем говорить, ненравственные и нравственные, это необходимые атрибуты. Ничто из этого не является случайным. Поэтому, если вы лишите Бога, скажем, неизменяемости, всемогущества, любви, справедливости и так далее, то он уже перестанет быть Богом. Что ж, позвольте мне повторить. Важность этого различия в том, что мы понимаем, что все конституционные атрибуты Бога, присущие Его природе, это необходимые атрибуты, и никакой из них не является случайным атрибутом. Что ж, затем встает вопрос классификации атрибутов Бога. И здесь мы с вами не будем углубляться в какие-либо подробности. Я только лишь упомяну о том, что есть различные способы классификации, скажем, нравственные и ненравственные, сообщаемые и несообщаемые. Есть и другие пути. И каждая классификация, каждая система пытается подчеркнуть какой-то свой аспект, в отличие от другой системы классификации. И я не считаю, что есть какая-либо классификация, которая абсолютно совершенная со всех сторон. И поэтому то, что я использовал в книге, и то, что вы увидите на ваших слайдах, нельзя назвать самым правильным способом классификации атрибутов Бога. Скажем, только нравственный и ненравственный. Нет, это лишь тот путь, который я избрал. Потому что мне кажется, что различие между нравственными и ненравственными атрибутами очевидно. Но это не означает, что все другие классификации атрибутов Бога неверны. Что ж, это все приводит нас к разговору о самих атрибутах. И мы посмотрим с вами на ненравственные атрибуты Бога. И это те атрибуты, вокруг которых сосредоточены основные проблемы и споры. Нравственные атрибуты Бога не вызывают стольких разногласий. И что же мы подразумеваем, когда говорим о ненравственных атрибутах? Что ж, это вечное и независимое бытие Бога, это вездесущность,
И далее мы с вами будем обсуждать такой атрибут, как вечность. Все это подпадает в категорию ненравственных атрибутов Бога. Это означает, что они аморальны. Это означает, что они не имеют никакого отношения к морали и нравственности. Неизменяемость — это еще один ненравственный атрибут. Затем всемогущество, суверенность, всеведение, мудрость, единство. И затем вопрос, является ли простота одним из атрибутов Бога. Если является, то это ненравственный атрибут. Итак, это все ненравственные атрибуты Бога. Остальные атрибуты, и мы с вами далее их будем разбирать, они уже относятся к тому, почему кто-то поступает тем или иным образом. То есть это уже нравственные атрибуты. И, конечно, если мы говорим о Боге, то Он нравственно совершен. Понравилась лекция? Вдохновились услышанным? Поддержите нас молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. Ищите нас в поисковых системах по запросу TV-семинария.